Глава региона принял участие в совещании, которое провел зампредседателя правительства. Для подготовки экономического форума создано 4 рабочие группы, которые будут координировать размещение гостей в отелях, транспортную логистику, питание и работу волонтеров. Сегодня уже ведется мониторинг цен в гостиницах на время проведения саммита. Также проработаны вопросы безопасности и бесперебойного обеспечения энергоснабжения. Обсудили и деловую программу. По итогам встречи Вениамин Кондратьев прокомментировал журналистам, что в повестку включат обсуждение стратегии развития края до 2030 года. На основе нашего региона предлагается рассмотреть перспективные направления социально-экономического развития других субъектов Российской Федерации. В этом году, надеюсь, будет больше умных предложений, например, таких как создание производств с применением инноваций, современных энергосберегающих технологий. К 2030 году мы ставим амбициозные цели в экономике, достичь которой без существенной модернизации будет невозможно. Все проекты Краснодарского края на форуме впервые презентуют в формате кластеров. Инвестпредложения будут представлены по 5 основным для Кубани направлениям. В их числе развитие логистических комплексов, проекты в сфере виноградарства, альтернативной энергетики и переработки мусора. Сам стенд будет выполнен в футуристическом стиле. В экспозиции каждого муниципалитета разместят экраны с предложениями в 3D-формате. Напомню, что российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля.